Добрый день, дорогие! С вами рубрика «Практическая нутрициология». С вами я, Аяла Конакбаева. И мы решили посвятить ряд выпусков самому прекрасному времени каждой женщины – беременности. С чего начнем? Наверное, с подготовки. Подготовка к беременности должна начинаться за 3-4 месяца до, скажем так, дня X, когда женщина может увидеть две полоски на тесте. Почему именно 3-4 месяца? Многие доктора и ученые доказали, что именно такой срок нужен организму, чтобы восполнить дефициты, восстановиться после стресса или каких-то там операций, возможно, каких-то травм. И 3-4 месяца – это тот срок, когда организм перестраивается на новый лад и на новые, скажем так, на новое направление и желание. За 3-4 месяца желательно сдать анализы. Очень хорошо квалифицированный доктор всегда вам посоветует сдать общий анализ крови, гормоны, естественно, проверить, какой уровень гемоглобина, витамин D, потому что это тоже очень важный витамин, проверить гормоны щитовидной железы, проверить, скажем так, работу сердца, то есть это такой целый комплекс обследования, которое необходимо пройти перед зачатием ребенка. Также это и касается и мужчин. Зачастую мужчины начинают убегать от этого, но это работа, скажем так, двоих людей, поэтому ответственность идет с обеих сторон, и нужно обоим обязательно пройти полное обследование и обширный анализ крови, чтобы знать, в каком направлении двигаться дальше. Во-вторых, нужно обязательно исключить неправильную пищу, неполезную, такую как фастфуд, алкоголь, курение, газировка, полуфабрикаты, колбасы, чипсы, все, что может навредить и, скажем так, затоксинить ваш организм. Мы готовим организм к беременности, поэтому 3-4 месяца мы должны правильно питаться, мы должны чисто питаться, а это фрукты, овощи, ягоды, правильно приготовленное мясо, орехи, чтобы наполнить свой организм и восполнить всеми необходимыми микроэлементами, витаминами, макроэлементами и восполнить обязательно дефицит витаминов. Если у вас тот или иной анализ показал дефицит витаминов, то мы начинаем пить их за 3-4 месяца. Это тот срок, когда восполнится весь дефицит. Обязательно начинаем пить витамин В9, это фолиевая кислота, за 3-4 месяца, потому что фолиевая кислота работает так, то есть при беременности, скажем так, с первых дней беременности начинать пить данную кислоту уже нет смысла, так как организм восполнит все то, что вам не хватает в первую очередь, а только потом уже малышу. А за 3-4 месяца мы восполняем все дефициты, и первые 12 недель – это самые важные при употреблении, для употребления фолиевой кислоты, потому что в это время, скажем так, строится нервная трубка у ребенка. Затем, после 12 недель, пить опять-таки фолиевую кислоту нет смысла. Поэтому все вот эти препараты, где пишут, нужна фолиевая кислота, не имеет никакого, скажем так, вау-эффекта. Поэтому мы следим за этим, мы начинаем пить, мы начинаем следить за весом, за своим рационом, и также мы проверяемся. То есть это прям такая доскональная проверка, это вклад в ваше будущее, в будущее вашего ребенка, здоровье. И я думаю, это того стоит, чтобы потом, скажем так, радоваться прекрасным моментам и радоваться легкой беременности. В следующем выпуске я расскажу вам, какие продукты нужно добавить в рацион питания, чтобы организм работал в полную меру и в полную силу. До следующих встреч!